евреев, идиш был признан одним из официальных языков, из 4 официальных языков. А на валюте, карбованцах, которые печатались в УНР, номиналы указывались на украинском, польском и идише. Таким образом, можно сказать, что предтеча современной Украины, Украинская Народная Республика, стала одной из немногих стран мира, где идиш был признан официальным языком.